Ну что, дорогие друзья, с вами студия Старладера. Мы возвращаемся с Тварыной в строй, так сказать. И у нас сейчас четвертая Best of 5. Именно так. Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем следить за группой G. Это у нас подразделение стримеров китайского дивизиона SL I-League Star Series сезон 2. У нас четвертая игра на очереди и всего остается... три матча Best of 5, и очень скоро мы узнаем, кто же выйдет первым номером из этой группы. Ну, несмотря ни на что, учитывая, что это группа стримеров, от них мы обычно многого не ожидаем, именно от китайского дивизиона, эти ребята порадовали нас классной игрой, хорошими колодами, интересной реализацией. И если вспомнить, у нас практически не было мисплеев, были только пограничные моменты, где было достаточно спорно, как же поступил игрок. Но, знаешь, это очень ярко выделяется на контрасте с другими группами, которые периодически как бы выступают уровнем пониже. Ну, очень неоднородный, я бы сказал, состав участников в китайском дивизионе, причем касается это как групп профессионалов, так и стримеров. Иногда даже группы стримеров выглядят просто на голову сильнее своих, ну, казалось бы, более опытных участников. Ну, по идее, профессиональный игрок должен играть сильнее, нежели просто стример. Но в Китае там, ну, все немножко иначе. То есть, ну, я еще боюсь, очень что разные у нас, группы по знаешь, скиллу. Есть бывают... небольшие там проблемы с группами, когда у нас список группы один, а выступают вообще совершенно такое, другие такое ребята. Бывало, да. То есть, возможно, раз. По ходу дела, опять же, участников свапают, но у меня есть ощущение, что ребят вот интересно очень сформировали по группам по силе, да, и по каким-то своим критериям, потому что, действительно, группы бывают очень разнообразные, как и невероятно скилловые, так и чуть более слабые. Ну, а здесь у нас противостояние Фриз Мага против Энзот Паладина. Не самая простая встреча именно для Фриз Мага. Не всегда Фриз Магу хватает дэмэджа, чтобы пробить этот овер-овер захил через два спыла, возможно, возложение, одно, а возможно, даже два. Опять же, трусильверы и постоянный сноубол и давление. Ну, плюс светлый Рагна, действительно, очень много хила в этой колоде. Здесь разрушитель чар тратится на то, чтобы не дать добрать карту с собирателя сокровищ. Далее серебряный клинок убивает аутхордера. Посмотрим. Возможно, зараженного кобальта играет в своей колоде. Помню я, как же много споров было касательно этого кобальта, когда он первый раз появился на квалификациях. Вот, но тем не менее. И смотри, даже слизни отыгрывает в своем паладине здесь. Что у нас интересно, игрок. Кстати, это снова играет у нас Ксиукс. То есть он играет, по сути, три игры подряд. Ну, практически подряд. Угу. И ну, сейчас он может просто закончить. Если он побеждает, то интриги не остается. Да, 9 очков. А никто уже его не догонит. Ну, посмотрим, не будем забегать очень вперед. Нестандартное, опять же, решение от наших китайских коллег. Они решили не миксовать группы, возможно, не миксовать партии, как делаем мы. Кому-то да, нужно спешить из игроков. То есть они подстраиваются под участников турнира. Ну, просто лично для нас это немного странновато, когда вы знаете исход группы, досматривать эту группу до конца. Но опять же, то есть ты предлагаешь, вот если он побеждает, то как бы нет, просто сворачиваться. Для наших зрителей это немного странновато. Ну, интрига теряется. Да, потому что мы привыкли вот ждать интригу, ждать развязки, чтобы это вот финальный матч дня, это была кульминация всего происходящего. У них же, возможно, я не знаю, там какое-то другое отношение или, опять же, мы стримим не только на площадку Twitch TV, у нас также, я думаю, вы обратили внимание, есть китайский поток, который транслируется на их площадку, и там на самом-то деле очень много зрителей, и это престижно сыграть на стриме. Опять же, у нас, даже для СНГ престижно, чтобы твою игру транслировали. А подумайте, сколько зрителей смотрит в Китае эти трансляции. Да, безусловно, я думаю, что это скорее сделано вот именно для престижа, для уровня. Ну и в конце концов это логично доиграть всю группу, даже если интрига не сохраняется. Ну, в этом проблема, возможно, выбранного формата проведения. Все-таки раунд-робин. Да. Ну, будут периодически возникать такие ситуации, когда
ну, игрок, который выходит с первого места, понятен заранее, и там 1-2 матча доигрывается чисто формально для престижа, для того, чтобы порадовать зрителей и так далее. Ну, как бы, в любом случае, следим за игрой, надеемся, что матчи, которые остаются у нас сегодня, будут интересными, друзья. Ну и здесь паладин выводит Керна. Просто доминирует, по-моему, здесь паладин. Бьет по голове Трусильвером. В свою очередь для Фризмага какой вин кондишн в этой партии? Закидывает дэмэдж на Йоло. Здесь особо без шансов. Здесь хороший вариант попытаться заоты кашить в один ход. Собрать комбу. А здесь Кодо. Вот посмотри, ну как же этот Кодо играет? Ну вот серьезно. Это лучший Кодо. Кстати, также одна из общих карт, которая очень громко ворвалась в нынешнюю моменту. Ну, прямо сейчас Кодо, я бы сказал, вообще. Лучше вот всего, из старых карт это топ-1 юнит, который сейчас играется. Изначально его попробовали играть в паладине. Это, на самом деле, старая, ну, старая комба. Кодо играется под... Ой, тут Рагнарос. А вот, кстати, Рагнарос-то Фризата и подубьет. Рагнароса очень сложно забирать Фризмагу. Морозить его не получается. Близзард, тут два копья слишком затратно. И это очень много ресурсов. И ты не заутыкашишь потом никак. И у тебя уже 10 единиц здоровья. Да, у тебя есть айсблок, но... В общем, печально все складывается для Ксиукса. Так вот, продолжая историю про Кодо. Старые комбинации с миротворцами Элдоров и смирением. То есть, по сути, любое существо убивает через две карты паладин. А также классно, вот как мы видим, против вестников он действует. Против акалитов тоже очень здорово. При этом он не дает добирать карту со служителя боли, когда убивает его своим боевым кличем. И... Ну, изначально вот с появлением Энзот паладинов снова вошел Кодо в моду. Сейчас все больше популярность набирают колоды. О, как, смотри, пошел убивать. Ну, попытка не пытка, но мы видим, что убивашка из него так себе. Не, ну, между прочим, так-то урона очень много внес. На 5 хп остается жить паладин, но это все ерунда, поскольку есть запретное исцеление. Ну, очень много карт. Шанс просто минимален, что даже две копии этого заклинания. Срывается сейчас айсблок на 3 хп. Ну, маг попробовал. Это единственный шанс был, что у паладина не найдется лечение. А здесь нет айсблока, стоит Рагнарос. Ну, единственный вариант – дать Близзард и попытаться распамить стол. Но что ты можешь поставить? Служителя боли под Близзард? Или служителя боли айсблок ищет айсблок сейчас? Нова, кстати, заходит. Нова плюс Талнас даже, я думаю, выйдут на стол. Угу. То есть чуть больше формально таргет. Ты сохраняешь еще шансы выжить на этот ход. Хилишься, живешь. Так, а если может вариант быть, он через может пожить? Пироманта, заклинание только одно. Да, только одно. Если было бы два два заклинания, это то это был бы гарантированный летал. Да. А так, я думаю, не будет риск. Или будет? Уменьшает количество целей. Да. Ой-ой-ой, еще со своего служителя боли может достать какую-то еще дополнительную карту. Здесь у нас пал, но реализовать уже в следующий ход только эту карту. Так, ну и понимает прекрасно 50 на 50. Игрок РНЖ, что, ну, победа. И убивает. Даже если он не убил бы там 30 хп, Владимир уже бы не снес. Этот парень что-то шарит. Этот парень реально шарит. Это же тот же Лакерок, который 3 в 0 выиграл. Теперь это вот играют победители первых своих игр. Вообще просто. Ну огонь, что я могу сказать. Я бы так управляла рандомом. Знаменитый управляемый рандом, друзья. Вот те, кто познали это искусство, те играют на турнирах, на турнирах становятся чемпионами. Игроки, да. Но все впереди, все в ваших руках. Вы тоже имеете шанс оседлать рандом и... Нет. В скобочках нет. Ну, я не знаю. Каждому свое. Ну, на самом деле, я знаю достаточно много людей, как на профессиональной сцене, так и полупрофессионалов, у которых с везением, ну, вот просто все в порядке. Вот люди, которые, вот, я периодически понимаю, что
что-то в них есть, кому-то они душу таки продали, потому что, ну, реализовывать настолько хорошо свое везение мало кто может. И этот игрок один из них, который только что одержал победу. Пока что у него все классно с везением, и он, ну, грамотно отыгрывает свои матчи. И не стоит списывать все только на везение. Фортуна улыбается этому парню. Ну и следующая колода для игрока RNG — это охотник. И неплохо, в принципе. Есть летучая мышь, есть лук, есть личинка. Летучая мышь, как же сильно она стопит розыгрыш зоолока. Я уже не первый раз отмечаю. Беса не поставить, жонглера не поставить. И только вот провокация 1-3 и крестьянин очень сильно спасают зоолока в такой ситуации. То есть там, по сути, только два дропа, которые хорошо меняются с этой летучей мышью. Ну и то, если ты выставляешь, допустим, провокацию, есть шанс 50 на 50, что выстрел огненного нетопыря добьет Войд Уолкера. А вот крестьянин — порядок срабатывания хрипов. То есть вначале срабатывает мышь, потом срабатывает существо 1-1. Соответственно, плевок летит гарантированно в лицо, и ты сохраняешь 1-1 на столе. Это так. И опять же, если завершать мысль про кода, в охотнике заиграл кода. Вары, палы. Да, то есть во всяких сборках, ну, очень много. Сейчас вот даже мы видели в темпо воине тоже кода. Ну, это кстати, вообще кода, прям, наверное, занимает позицию номер один, вот именно по старым картам, да, которые громко вернулись. Так. Потому что алхимик также играет, но алхимик играет именно на зоолоке. Исключительно на этой колоде, но на зоолоке все-таки действует классно. Это карта. А кода чуть ли не во всех колодах на данный момент. Да, мидрейндж, контроль колоды. Прочно заняло место. Тут не попадает жонглер. Размен, джагл в лицо. Неважно, что для... еще стоят два существа. Ну, правильный кинжал, сморг. Сморг-кинжал? Да. Здесь у нас лук орлиного рога, размен с провокацией. Ну и хант очень сильно сейчас отстает. Хороший темп набирает зоолог, но если хант найдет зачистку... Ну, нужны собаки, наверное, в идеале. Ну вот личинка плюс личинка, мышь и размен. Ну, кстати, интересно, что забирает жонглера, так как жонглер бросает кинжалы. Они вожаколют их волков. Ну, ценит выше именно это существо, то есть как более опасное. Неужели даже через ПО будет меняться? Но это действительно очень медленно, и, может быть, зоолоку здесь стоит реализовать более агрессивный плей, потому что, ну, не можешь ты позволить против ханта меняться. Хотя, с другой стороны, этот хант также хорошо играет с псарями, с питомцами. Ты можешь просто упустить контроль стола, оппонент может затаунтиться, и ты просто его не добьешь. И все-таки зоолог — это не full face колода, именно в такой редакции. Здесь все-таки больше нужно меняться в стол, контролить стол и держать, наверное, золотую середину, потому чтобы прессовать в лицо, но при этом не забывать и про стол. А вот и он, наш старый знакомый. Кода? Кстати, плохое попадание, да, от летучей мыши. Тут немножко все-таки фортуна отвернулась от игрока RNG. Если бы и здесь еще залетел кинжал в бронящегося сержанта, ну это просто было бы. Ну ничего, все еще не потеряно для ханта. Сейчас можно поставить высокогрива, а следующим ходом с этого высокогрива просто сделать большую и сильную провокацию. Да, есть псарь, ну и на следующем ходу. Ага, здесь у нас бран ожог. И может быть после этого тап. Вот интересно, но ожог отдавать высокогривой, я думаю, смысла особо нету. Ну, если бы он наносил 5 дэмэджа, то может быть. Ну да, то есть если бы ты убивал хотя бы, сначала не тратит ожог. А вот тут вот, может быть, все-таки надо было играть через брана ожог в лицо, потому что теперь ты делаешь более медленный ход. Ну, теперь ты не можешь ожог сбрасывать этим ходом. Возможно, он ожог будет держать для контроля, для опять же, существ. Или для финиша. Для того, чтобы пройти провокации. Здесь Леок. Ну, просто вот как бы этим ходом... Вот все, следующим ходом идет зов лесов. И там и еще провокация. И проблемы у охотника. Подожди, а не будет ли там случаем летала для... У нас непосредственно для охотника ханта? Так, а что здесь не надо приходит? Надо считать нужно. Здесь нужно ПО либо ожог. Вот ожог есть. Хотя ожог скинет ожог.
либо ожог, скидываешь крестьянина, еще один ожог. Да. Ну, это прям... Ну, шанс хотя бы какой-то 50 на 50. Почему нет? И да, похоже, так. Будут через два ожога отыгрывать. И ожог остается в руке. Как же он играет-то? Но проблема в том, что Зушка все равно уже... Это охотник... Последнее трепыхание. Охотник сумел втянуть в невыгодные размены. Хорошо сыграл псарь, который сделал очень сильную провокацию, и сейчас все-таки зов лесов для ханта — это из новых, наверное, ну, действительно одна из лучших карт. Очень классная карта. Ну и мне кажется, что у зоолога здесь нет шансов. Что его могло бы спасти? Наличие двух и больше карт, там, по типу ПО, Лероя и до разменов, но мы видим, что этих карт нет. Идет сержант в размен, свап атаки со здоровьем на высокогрива, но 2-7 все равно остается боевой единицей. Элек выигрывает еще и в придачу здесь у нас личинкой. Сравнивание. Ну, здесь два офф для охотника. Ну, хорошие размены. Вообще следующим шикарно. Ходом ты гарантированно. Что может сейчас спасти? На 10 хп даже не знаю. Даже Лерой Две ПО. Две карты только. Ну, Лерой ПО. Лерой ПО. Это уже не уже Лерой, нет. И это все. Вторая 2-0. Победа. 2-0. Очень сильно отыгрывает остается игрок RNG. Хант. Простите, остается шаман, хант у нас выбывает с лайнапа, и хантом остается выиграть всего лишь одну партию. Вот сегодня нестандартный день. Как ни крути, вроде бы ребята очень круто отыгрывают, но партии в одну калитку влетают. Ну, был элемент какого-то сражения только в предыдущей встрече. Где но только и то, одну игру смог и то, отыграть да, игрок. Счет 3-1, до этого дважды. Игры заканчивались со счетом 3-0. И сейчас, кстати, ну, формально это игра за первое место в группе. То есть, если сейчас выигрывает... Ну, кто бы не выиграл, тот занимает первое место. Поскольку, если побеждает сейчас игрок RNG, он по личным встречам уже, ну, даже ведет. Если будет 6-6 по очкам, он выйдет с первого места за счет личных встреч. Если выигрывает Xiox, то он, ну, безусловно, лидер этой группы с 9 очками. И точно формально выходит из группы. Два остальных участника потеряли шансы на победу. Так что, ну, у нас еще будут две игры помимо этого. Если я правильно все посчитал. Ну, я думаю, что ты все правильно посчитал, потому что, ну, у меня приблизительно те же воспоминания. Но, опять же, учитывая наших китайских коллег, все может быть, ну, немножко спутано для посмотрим, нас. Посмотрим, друзья. Так или иначе, счет... На данный момент 2-0 в пользу игрока RNG. И у него остается последняя колода. Это шаман. Его оппонент Xiox должен победить на фулл лайнапе. У него в бане шаман. И в игре такие колоды, как чернокнижник, маг и воин. Это Зушка, Фриз и темповоин. Как же он-то топ-декает? Трога? Но за счет монетки... Спасает своего беса. Провокация 1-3. Ой, слушай, ну прям совсем. Здесь и сквайр, и камнедробитель. Да, неплохо. Ой, он сейчас под сержанта подставляется. Достаточно сильно. Но тогда ну, ты ломаешь кривую ману. Да, ломаешь кривую ману. Это не совсем выгодно. Так, что здесь? Хороший все выбор. Три. Все три карты очень интересные. Лена выбирает китайский игрок. Потенциально можно было бы, наверное, взять все три карты по-хорошему. Если бы можно было. Заверните, пожалуйста, да, три с собой. Все. А лучше шесть. Так, здесь есть возможность размена с черным археологом с помощью камнедробителя. Ну и шаман получает преимущество по столу, и я не уверена, что член совета Темнолесья слишком изменит ситуацию. Ну, единственное, что это карты постепенно заканчиваются у шамана. Еще и нечто из глубин. Ну и тут продолжает баф Трога. Просто сноубол. Если и... попадает, ой, это все. Просто размен. Ой, все. Просто... Ой, все. Ну, а... тут, кстати, ладно, Ликтлена можно... дрогнуть карту, убить Трога, посмотреть. Еще один кинжал кинуть под жонглером.
Так, в данной ситуации алхимик бесполезен. Алхимик играет, когда у тебя есть стол. Ну и тут тоже перевороты были бы не очень эффективны. Но потенциально алхимик это избавление от тотема 0-3. Да, да. Ну, от двух тотемов. Против 0-3. Шамана он играет, но тут проблема в другом, что как-то ты должен на этот стол влиять. Как это сделать, не особо понятно. Будет ли играть через жонглера и крестьянина в данной ситуации? Ксиукс? Если жонглер промахнется, это будет провал. Самый очевидный ход. Ну, просто играть только... Ага, он сразу сейчас меняет статы. Дает одну единицу атаки своему вражескому тотемному голему. Неприятно. Здесь тут на еще четвертом и сейф. Ходу нечто из глубин. Играет надежно, размен. Ну, а почему нет? Выгодные размены, контроль стола, залог победы для шамана, учитывая, что в руке у него есть еще рыцарь громового утеса, который будет бафать тотемы. Но тотемов пока что на столе практически нет, за исключением тотемного голема. Он и так боевой. Он парень. И без бафа 4 дела, проживет, да, неплохо справляется. Зоолог, к сожалению, не может себе вернуть стол. Нету хорошего хода. Вот тот момент, опять же, когда может морской быть, великан рисковать. Мертвым грузом лежит. И прошлым ходом, может быть, стоило рисковать с жонглером, пытаться как-то ролить. Может быть. Но здесь жонглер плюс бран. И нужно попадание в 2-1. Нет, это попадание в лицо. Очень печально, Фикс. Потому что карты... Вот все козыри на руках у шамана. Я думаю, что да. Он в игру не вернется больше. Ну, гормак неплох, но просто размен в тотем 4-2. Или вообще в хекс. Ну, не знаю. Слишком все плохо, и я боюсь, что это 3-0. Еще и тускар подъезжает. Ох, тотем на хил. Не, ну очень все. Круто. Тут... Только если АУЕ играет в своей колоде, да и то, у тебя 5 хп, ну все, ты ничего не сделаешь. Это победа шамана. Ну он сейчас еще затаунтится с помощью Аргуса. Попытается поменяться. Ты посмотри на этот стол просто, и рыцарь громового утеса будет жить, ты никак его не можешь забрать. Ну, то есть... но зато зоолог может разыграть всю свою руку. Ну показать, да, вот смотри, вот какие у меня карты смотри, были. Смотри, что у меня есть. Вот у меня был сержант, да. У меня был Аргус, у меня был великан. Только вот затаунтить ты... Ну, великана не можешь затаунтить. Да. И причем в идеале, если сейчас кинжал убивает какое-то... Два кинжала убивают какое-то существо шамана, то великан уже не выходит на стол. Кстати, забавный момент. Нет, можно все-таки за нолик разыграть. Не, ну шанс был очень мал, что все-таки два кинжала попадут так, в одно ну и существо. Что, будет проходить... Ну, да пройдет вообще изи. Я не понимаю, почему не сдается, но тут со стола летал. Да, сдается у нас чернокнижники. По-моему, эта партия самая быстрая. Мы сегодня ставим рекорды. Нет, нет, все-таки второй матч, он длился реально 15 минут. Просто больше BL5. Китая. Сегодня, ну, бодро идем. Бодро. Уже 4 партии позади, и уже, по идее, известен победитель этой группы. Но мы не будем забегать спойлерить. Вперед, друзья. Да, у нас впереди еще 2, я надеюсь, интересных матча. Там даже есть интересная колода, так что далеко ты не уходите. Ты ждешь темпа мага. Я жду темпу интересного мага. Я думаю, что небольшая пауза и да, еще 2 БО5. Скоро.